Ну, выпнул под задницу. Моя бы задница такого удара не выдержала, я предполагаю. Вот. А это что такие? Бля, ну я это видел, это старое. Фу, ёб твою мать, что это? А, смузи. А. Бля. А, нахуй. Чё, блядь? Реально, охуеть. А чё, удобно, кстати, я помню в детстве часто была такая проблема, когда я гулял и пить хотелось. И ты такой, типа, думал, бля, возвращаться домой попить, родители загонят домой, не выпустят. А здесь, получается, и даже скидывать не надо. Мама берет кран, поворачивает, включает, и ты встаешь такой, типа, и со стаканчиком там, или просто рот открываешь, тебе оно идет туда. Прикольно, бля? На нахуй. Бля, я всегда мечтал о такой кровати. Ну, типа двухэтажной, которая. Чтобы спать наверху. Но не было у меня такой кровати в итоге. Просто, будучи пиздюком, я о таком мечтал. Но в итоге я так смотрю, и сейчас что-то, видимо, блядь, хуевое произойдет. Ёбаный, сука. Че? Блядь. А чё произошло? Чё-то взорвалось, что ли? Бля, сука. В ахуе. Бля. Так и шею нахуй сломать можно. Бля, представляете, как он дрочит? Вот этими быстрыми руками. Там, наверное, так же. Нихуя. Olha, o mundo acabando lá fora, filho. Aqui dentro, cheio de água. Mas ó, que. Ó! Чего? Сейчас прыгнет на него. А чё они так жабу боятся? Ой, блядь, сейчас как-то хуйня произойдет. Уронит? Уронит. Там, блядь, эта хуйня орёт. Сигнализация пожарная. Хэппи! Блядь. Пиздец. А, блядь. Блять, какой смысл от такой собаки, нахуй? Это просто непонятное что-то, блять, которое живет и. Блять. Это как жить с каким-то ёбнутым дедом, алкашом, нахуй, который уже давно белую горячку словил, блять, ходит, крякает, какую-то хуйню кричит. Просто без причины агрессия, вот это вот и прочее. Вот это такая же хуйня, блять. Ходит какой-то сухой сухарь, блять, что-то там. Блять. И на всех орёт. Это пиздец, блядь. Чисто из сталкера какая-то псевдособака, блядь. Ой, блядь. Ебать, дурак. Нихуя. Я дурак.
нихуя. Да ну на. Фэк. Вай cair não, isso é fácil, pô, vai por mim. Sobe de novo, bota outro pé. Tinidun, спасибо. Olha aí, rapaz. Peanut butter jelly the long way. Peanut butter jelly the long way. Aqui agora vai ser desse modelo aqui, vai, começa tu. Че, блять, он его поцеловал, блять, what the fuck? Ой. Ебать. Кино, что ли, снимают? Непон. Чего нахуй? Это не Коглай, когда в Молдову вернулся, блядь, вообще. Колесо отвалилось? Došao sam da te ubijem. Eto, dotle. Opa, dotle. Do a cool trick. Whoa, hey, whoa, hey, whoa. Alright, do a fucking, do a sweet spin move. Чё за хуйня? Baby, you're like cockroach in a bottle. О, таракан. Так, и чё? Типа она ща обосрётся. Нет? Чё, блядь? Даже какие-то пышные? Угу. Я нигде в жизни так не хочу быть снядом. Я не вижу, что тут пахнемо какие-то жалости. Чё, блядь? Man, fuck my pants on fire and shit. What the fuck? My pants on fire, yo. Чё, блядь? Ща какая-то куня на неё прыгнет оттуда. А. Вартин, спасибо за переподписку. Тинитун, спасибо за переподписку. Лолунел, спасибо за новую платную подписку. Айл Вакс, спасибо за переподписку. Вэлси, спасибо за переподписку. Мяу, спасибо. Микки Мим, блядь. Что за никнеймы, нахуй? Пикинюр, спасибо тебе тоже. Знаю, что пишу не по теме, но добавь в DR, please. Потому что Мазелов я уже закадрил сегодня на это, может, и подписку куплю. Надеюсь, деньги не зря потратил. I love you. Бля, к сожалению, ты зря потратил деньги. Спасибо тебе за 120 рублей, зубочистка. Но у меня уже и места нет в ВК, чтобы друзья кого-то добавлять. Да я и как бы за деньги не добавляю. Вот. Ну только если ты прям много задонатишь, я могу, конечно, передумать. Но вот так? Нет. Я человек добрый, конечно. И справедливый. Вот поэтому я и не добавляю, потому что я справедливый, да? Потому что вот ты 120 задонатил, попросил. Как думаешь, у кого еще появится желание мне сдонатить 120 и попросить? Таких будет, возможно, много. И что мне теперь весь стрим сидеть и добавлять в друзья, а потом и места не будет? А уже нет места. И что делать? И что делать? Поэтому я лучше сразу скажу, что я не добавляю. Только если, типа, прям, ну, дохуя сдонатишь. Да. Спасибо. No glasses. Чё там? Чё?
been 20 Ебать. Minutes. Can a white boy play league? I need LP. Еще. Я знаю, что могу вам показать. Срочно чекни!